Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня, как и обещала, у нас будет с вами большая распаковка моих красивых находок для дома, для сада, для террасы. Уже не терпится мне все мои покупочки открыть. Буду это делать вместе с вами в первый раз и делиться. Ну и начать я предлагаю с текстиля, просто потрясающего, который я приобрела для нашей террасы. В столовую тоже подойдет именно салфеточки, а дорожка будет коротковатой. У меня основной упор был именно на террасу. Потрясающий лен, очень красивые салфетки с воланами, такая же дорожка. Но мне показалось, что скатерть и салфетки как-то будет много, да, вот белые на белом, а вот сочетание дорожки и салфеток, мне кажется, выглядит просто замечательно. Девочки, ссылку на этот текстиль, вообще на все то, что вы увидите сегодня в видео, я для вашего удобства оставлю в описании к видео. Так как у нас с вами распаковка, я сама все вещи вижу впервые вместе с вами, а показать все-таки хочется их уже достойно, поэтому я достала свой ручной отпариватель и сейчас отпарю и салфетки, и дорожку, чтобы вам показать во всей красе. Но, естественно, прежде чем пользоваться, я и посуду буду мыть, и текстиль буду стирать, это само собой разумеется. Кстати, такой вот ручной отпариватель от Китфорд у меня. Заказывала я его несколько лет на Озон, поэтому я думаю, сейчас вы его также без проблем можете приобрести. Брала я его для путешествий. Очень удобный, маленький, компактный. И посмотрите, как здорово отпаривает. Также заказала новые тарелки, чтобы не таскать из дома посуду, чтобы здесь хранился комплект. Я как раз вот присмотрела корзину такую герметичную, чтобы не попадала пыль, и чтобы можно было, в общем-то, по месту пользоваться этой посудой. Остановила я свой выбор на Тюдор. У меня уже есть этого бренда разные тарелки, пиалы. Они мне очень нравятся. Мне, во-первых, нравится и цвет фарфора, такой благородный, приятный. Сама посуда замечательно себя показала, зарекомендовала. Нет никаких ни сколов, ни царапин, ничего. И я взяла базовый белый цвет, который хорошо сочетается с остальной посудой, которая у меня есть, допустим, какие-то там минажницы, сервировочные блюда. И здесь вот такой лаконичный, стильный дизайн мне очень понравилось. И я свой выбор тоже остановила просто на тарелке 26 сантиметров, она в диаметре, ну вот, которую можно использовать, да, для вторых блюд. И глубокая тарелка, ее можно использовать как суповую, как салатник. Я думаю, этого более чем достаточно нам будет на террасе. В общем, собрала такой комплект, очень довольна. Ну и по стоимости это не там супер дешево, и это не какая-то, естественно, дорогая посуда. Посмотрите, перейдите по ссылочке, посмотрите стоимость, но зато качество действительно хорошее. Следующее мое приобретение — это вот такой миниатюрный совочек и щетка для стола. Посмотрите, как стильно, красиво, лаконично все это выглядит, компактно, чтобы хранить. Опять же, взяла сейчас на террасу, возможно, буду пользоваться и потом дома. Вот так вот легко можно смести какой-то соринки со стола. Щеточка примагничивается, видите, к совочку. Щеточка хорошо и плотно набита, щетина не выпадает. Компактный вариант, удобно хранить, удобное хранение, я осталась очень им довольна.
Кстати, на Озон сейчас проходит лето распродажа. Скидки до 80%. Распродажа будет проходить с 15 мая по 28 мая. А я, кстати, уже успела кое-что заказать по очень привлекательным ценам. Взяла оливковое масло Боргес. А далее 6 упаковок Увелка. Гречневая крупа, тоже вот такая цена. И большую упаковку туалетной бумаги. На Озон сейчас, конечно, есть все для летнего сезона. Это и купальники, и легкая летняя одежда, и солнцезащитные кремы, бассейны, надувные матрасы, круги и так далее. Идеальная возможность подготовиться к лету, к отпуску на даче или собраться в путешествие. Ну а вообще Озон — это маркетплейс, на котором представлены просто миллионы разных товаров по очень привлекательным ценам. И все это еще с удобной доставкой до пункта выдачи заказов или до двери. Кстати, если вы заказываете одежду или обувь, то оплатить ее можно после примерки в пункте выдачи заказов. Более подробно ознакомиться с товарами, которые принимают участие в лето-распродаже, можно будет по ссылке в описании к видео или отсканировав QR-код с экрана. Следующее мое приобретение — это вот такая деревянная тарелочка из натурального дерева. Вот на камере сейчас может казаться, как будто бы это какие-то непрокрасы. На самом деле это просто такая текстура дерева, такая вот фактура его, что ли. Никаких непрокрасов нет. Замечательное блюдо. Я его взяла, чтобы поставить в середину стола и чтобы на нем, ну как вот на контрасте, стояла белая вазочка. Мне кажется, она хорошо сюда вписалась, которая была уже у меня. Не замечательно гармонирует с остальным сервизом. Ну и, конечно же, нам потребуется на террасе стаканы. Я их тоже приобрела. В комплекте шло 6 штук. Я думаю, все пригодятся. Что-то могу использовать как подставки, возможно, там поставить столовые приборы, еще что-то. Стаканы красивые, мне они понравились, красивый у них узор. Единственное, только мне не очень понравился цвет стекла, но вот уж как повезло. Вот я еще заказала пиалы, вот они замечательного оттенка, но тем не менее стаканы все равно красивые. И также заказала набор баночек на подносе. Мне нужны были баночки, которые бы герметично закрывали, чтобы я могла их хранить на улице. Ну, соответственно, на террасе, да, там под соль, под сахар, под что-то такое, возможно, под чай. Встретила такой наборчик, очень красивый, красивый оттенок и дерева, и как будто бы, знаете, такие каменные баночки, что-то в стиле, согласитесь, Zara Home, но за гораздо меньшие деньги. Понравилось мне, буду с удовольствием пользоваться, и, возможно, дальше, уже когда летний теплый сезон закончится, перенесу эти баночки на свою кухню и буду использовать также по назначению. Еще одно мое приобретение — это вот такой кувшин. Объем у него 1 литр. Я взяла его в пару к стаканам. Вот у него как раз-таки правильный цвет стекла. Но вот не совпал, к сожалению, оттенок. И не расстраиваюсь. Просто вот вас предупреждаю, когда вы будете покупать, возможно, для вас это будет критично. Мне и так все очень нравится. Красивая получается картинка. Оживает вот эта картинка, которая была в моей голове. Теперь давайте распакуем красивые пиалы на ножке. Они как раз-таки перекликаются и с бокалами, и с графином, который я заказала. Какая у меня была задумка? Ну, во-первых, здесь можно подавать красиво летом мороженое, разные сорбеты. Какие-то десерты порционные делать, ягоды красиво подать к столу, кашу подать, творог. Ну, в общем, полный полет фантазии, когда я их увидела, я сразу поняла, для чего они мне нужны, как я их буду использовать. Ну и в сервировке можно поставить просто на обычную тарелку, можно и как-то с глубокой все это скомпоновать. Смотрится красиво, воздушно. Я очень довольна тем, что получилось. Кстати, там чуть-чуть попозже София придет, увидит. Я специально не стала вырезать этот участок. Послушайте ее эмоции, но, естественно, это вот эмоции, не которые там, Софичка, скажи, пожалуйста, а действительно, вот она пришла, увидела и вот выдала.
Как же мне понравился вот этот заварочный чайничек. Здесь 4 чашечки небольшие. У чайника деревянная ручка, деревянный подносик. Все это так компактно выглядит. Очень милая крышечка. Ну вот просто действительно восторг. Я вот ожидание реальность совпало. У меня очень красивый набор, и я с удовольствием буду им пользоваться. Ну, можно даже, знаете, вот одна чашечка поставить, такой чайничек, там какую-то взять чашку побольше, но все вместе выглядит очень красиво, гармонично. И вот удобно, что есть в чайнике такое отверстие, в котором заваривать будем чай, и ничего не будет попадать, заварка не будет попадать в сами чашечки. Очень-очень красивый комплект. Кстати, напишите, что вам больше всего понравилось из сегодняшней распаковки. Возможно, вы на что-то уже положили глаз и тоже думаете приобрести. Немного красивых аксессуаров для кухни. Я увидела вот такие замечательные мерные чашечки. Они очень похожи на посуду Amazon Cash. И, кстати, вот у Amazon Cash тоже есть мерные чашки, но эти мне понравились даже больше, поэтому с большим удовольствием приобрела их, тем более, что они стоят и подешевле, чем бренд, вот этот Amazon Cash, от которого у меня все емкости для смешивания. Да? Ну а кто же купил-то еще? Мам, это лучше. А ты что, со звуком снимаешь? Да. Еще я заказала 3 баночки. Они мне очень понравились. Мне понравилась у них вот такая деревянная крышечка. Тоже я их взяла для террасы, для того, чтобы снимать для вас красивые рецепты. Я туда планирую положить какие-то макаронные изделия, там пасту, да, возможно, рис насыплю, но что-то красивое обязательно, там чечевицу, возможно, горох, в общем, из чего буду готовить, снимать рецепты, вот, туда буду пересыпать для красивой съемки и для хранения на террасе. Мне кажется, очень такие милые, красивые баночки. Ну и немного покупок для красивого сада. Во-первых, заказала белую леечку. У нее объем 2 литра. Есть насадка для того, чтобы поливать душем. Хотела красивую лейку, которая будет стоять, опять же, на террасе. И будет легко, удобно ей поливать. Можно будет попросить детей, потому что лейка пластиковая, не тяжелая. Вот то, что нужно. Следующее приобретение для работы в саду – это вот такие перчатки. Они высокие, и внутри у них, я даже не знаю, это не флис, но какой-то есть материал, ну, благодаря чему руки не будут так потеть. А мне вот именно в таких перчатках гораздо удобнее работать, потому что, ну, не пачкаются ногти, как-то вот маникюр выглядит более опрятный, чем обычные садовые. И взяла еще себе вот такой комплект, ну, это, знаете, такие садовые инструменты, чтобы радовал глаз. Совочек красивый,
секатор здесь тоже очень привлекательный. Все это тоже будет храниться у меня в саду, буду пользоваться с огромнейшим удовольствием. Еще пока никак не испытывала, не пробовала, не могу вам сказать, насколько там острый и рабочий секатор. Вот, буду пробовать, буду пользоваться. Люблю себя окружать вещами, которые поднимают настроение и которые вот просто процесс использования получаешь удовольствие. Дорогие, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!